В Актау готовится к отопительному сезону. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. В этом году там планируют обновить более 3 километров теплотрасс. Рабочие уже заменили километр сетей. В сентябре начнут гидравлические испытания. За последние 2 года в Актау установили 9 блочно-модульных котельных. По словам руководителя энергообеспечивающей компании, 80% тепловых сетей города находятся в изношенном состоянии. Их замена будет производиться поэтапно. Данные работы не значит, что полную всю проблему именно по таким изношенным местам сразу перекроет. Данные такие же работы будут продолжаться. В рамках реконструкции со стороны подрядных организаций проводится замена магистральных сетей, типовых сетей. Также с нашей стороны внутриквартальная замена трубопровода проводится. Именно в проблемных участках.